Ростовщик себя захочет высечь, если бы узнал доходность он. Я щенка купил за 20 000, не продам теперь за 1 000 000. Он меня согреть сумеет в стужу, успокоит, вылечит, спасет. Никому так в жизни я не нужен, так никто меня нигде не ждет. Пусть я выпью больше, чем обычно, денег нет или взгрустнется вдруг. У собаки нету жизни личной, ждет меня, как Бога, милый друг. Вот уже он прыгает у двери, все прекрасно, если я пришел. Безгранично любит пес и верит, с ним вдвоем нам очень хорошо. У собаки на всем белом свете нет других забот, других людей. Друг за друга мы всегда в ответе, в суете холодных лет и дней. Подписывайтесь на наш канал, друзья. Это Йорк Мартын.